Семья. Это название не случайно. Коллектив действительно большая семья. Здесь есть младшие, старшие, братья и сестры и, конечно же, мама. Благодаря ей и сохраняется уют. Уют, который не хочется покидать. Но наступает время, когда все-таки нужно уходить. Центральное событие нашего концерта – это, конечно, торжественный выпуск наших старшеньких. В этом году их трое. Инна Рязанова. Всем известна как директор городского дворца культуры. И лишь немногие знают, что она и есть та самая мама. День концерта для нее – это не просто дата. Это день ее рождения. Но несмотря на это, со сцены звучат слова только о ее родных подопечных. Пусть они вместе с нами посмотрят на молодую поросль. Какие же красивые. Трое выпускников – Ирина, Иван, Латифа. Сегодня они в центре внимания. Многое пройдено, многое пережито. Есть и весьма необычные истории. Так, 3 года назад Иван Михайлов, тогда еще житель Красноярска, приехал в Бийск для участия в конкурсе «Роза ветров», где проиграл тогда еще незнакомой девочке Латифе. Затем, по стечению обстоятельств, его семья переехала в Бийск. Иван решил продолжить свое обучение вокалу. И каково было его удивление, когда на репетиции он увидел ту самую девочку, которая его обошла. Теперь они на одной сцене среди выпускников семьи. Я бы очень хотела, чтобы музыка всегда была в их сердце и душе. Чтобы они помнили о дворце, о своей второй семье и были неравнодушными, добрыми, открытыми и честными людьми. Вечер был переполнен приятными подарками и сюрпризами. Но самым дорогим, пожалуй, стал тот, что вокальному ансамблю «Семья» было присвоено звание образцового коллектива Алтайского края. А это дорогого стоит. Елена Колтачакова, Иван Дяблицкий. Будни.